По результатам итогового рейтинга региональных отделений Ассоциации юристов России за 2016 год Башкортостанское отделение общественной организации заняло первое место. На результаты рейтинга повлияла высокая активность местного отделения. За год ассоциация оказала бесплатную юридическую помощь для 1500 жителей Башкортостана. Также одной из главных задач в ассоциации ставят повышение правовой грамотности населения и популяризацию профессии юриста. На следующий год мы надеемся, что еще большую работу по масштабу, по охвату проведем. И бесплатных консультаций запланировано у нас уже не 1500, а чтобы не менее 2000 человек смогли получить бесплатные консультации. Вот около десятков лекций, конференций, форумов. И начнем в конце января уже первую и конференцию, посвященную действующему законодательству. Отмечу, что в этом году Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России провело несколько конференций, посвященных действующему законодательству и изменению судебной системы с участием Павла Крашенинникова, Владимира Груздева и других известных деятелей. В начале декабря в Уфе торжественно наградили лучших юристов России на традиционном межрегиональном событии «Юрист года».